Друзья, всем огромный привет! Сейчас мы находимся в городе Сочи. Приехали специально на центральный рынок посмотреть цены. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там продается. Здесь при входе продаются цветы. Львиный зев, букет стоит 200 рублей. Гортензия 400, можно за 350 рублей. Шикарные. Пионы стоят одна штука 150 рублей. Здесь букеты. Ромашки букет. Ромашки очень красиво вот с такой перемешкой получается. Ага, 300 рублей букет, а вот этот сухоцвет сколько? 300 рублей, это 400 рублей. 400 рублей. Есть еще вот такой, тоже 400 рублей. Только привезли, еще на воде. Здесь рядом еще продаются осетинские пироги и вина Кубани. Заходим. И здесь вот такие сувениры. Нам говорили, просили нас показать все сувениры. Вот как раз такой выдался шанс прекрасный. Что здесь? 150 рублей. Вижу цены. Все по 150 рублей здесь. Есть брелки, есть массажеры, есть такие подвески. Красивые вот такие брелки. Мыло Сочи. А Никита увидел попыты. 400, 300, 500 рублей. Я хочу вот это. Ой, ты боже мой, какой красивый. Так, и здесь все ракушки с ценами. Есть за 300, за 500, за 1400, 1500. И уступают еще на большие ракушки цены немножко ниже. Вот такие деревянные доски с надписями. 350 рублей. Вот такая есть штука. Сочи. Красивая, пахнет очень вкусно, приятно деревом. И с обратной стороны выглядит шикарно. Надпись Сочи. Вот такая подставка стоит 200, а вот эти 300. Да. Изготовлена из можжевельника. Когда горячее будете ставить, запах будет приятный, распространяться по всей комнате. Вот это. А, это сосуд. А как он открывается? Вот, колпачок. Ага. А сколько они стоят? Это тоже начинает 500 рублей. Ага, 500 рублей. Красивый сувенир. И даже функциональный. Из натуральной глины. Ага. И есть кувшины вот такие. Они тоже от 500 рублей, да? Вот эти 500. А здесь в тарелочке массажные шарики. Тоже из самшита. Красивые. 150. Вот такой есть виноградик. Красивый. 150 рублей. Есть еще пемза, вот натуральная продается. Есть массажеры для ног. Вот такая пемза 100, а вот это 150 рублей. Так, и ложки есть тоже из самшита от 150 рублей. Маленькие побольше. Есть посуда с надписью Сочи по 200 рублей. Вот такие маленькие сумочки. Классные вообще, прикольные. А сумки сколько стоят? 500 и 600 рублей. Сюда заходим. Здесь сыры. Бакалея. Запах немножко неприятный. Здесь большие гранаты. Вот смотрите, какой здесь прилавок красивый. Красиво нарезаны гранаты. И можно сделать, изготовить гранатовый сок. А сколько стаканчик сока стоит? Вот цены 350 рублей. Сельдереевый, грейпфрутовый, апельсиновый, лимонный, яблочный, морковный. Вот. Здесь осетинские пироги. Есть пирог с ботвой, хачапури, пицца, пирог с фасолью, пирог с куриным филе, пирожки жареные с капустой, беляшики. И те, кто голоден, можно купить сосиски в тесте, пирожки, слойки. 40-50 рублей. Тоже очень красивый прилавок. Смотрите, здесь оливки, томаты, что еще, пророщенные зерна, разные салаты, креветки, осьминоги. Так, здесь цены 4500, 2500, 1000 рублей перец. Оливки стоят 2700 килограмм. Бамбук стоит 700 рублей килограмм. Вот он, желтенький. Перчики, кукурузка. Креветки 450 рублей, осьминоги 350 рублей, 100 грамм. С этой стороны колбаса, есть балык, окорок, рулеты, ну и колбаса разная. С этой стороны все тот же самый ассортимент. Ой, что-то такое интересное, беленькое, смотрите какое.
Давайте спросим. А что вот это беленькое вот такое? Это старкс растение, такое очень полезное. Да. Как называется? Стахис. Стахис. Сколько стоит? 100 грамм 250. 250 рублей 100 грамм. Зеленые помидоры красивые. Шикарно. Огурчики. Все очень вкусное. Все и очень вкусное. Так что да, надо пробовать. Так, здесь тоже самый ассортимент. Есть вот такие овощные, как называется, голубцы, баклажаны, есть грибы. Здесь тоже бамбук вот такой порезанный, капуста соленая. Здесь колбаса, бастурма, 850 килограмм, 900. Так, суджук. Индейка. Вот такой суджук индейка. Одна штука. 100 рублей написано. 1000 рублей яйца. А, 1000 рублей где, яйца. Где они нашли такие цены вообще? Если сейчас везде магниты, пятерочки, горы смеяются. Там просто яйца другие. Да какие там яйца? Цесарки, говорит. Сейчас найдем их, посмотрим. Нет, они будут дороже, конечно, но все равно. Но не 1000, да, рублей? Она и так вот издевается друг на друга. Ну, нельзя же так. Такой идет, пожалуйста. Я согласна, что... Найти любого. Вот если я вам не нравлюсь, вы мне что хотите найдете, правильно? Ну да. Понравлюсь, мне скажу, вы, правда, хорошая женщина. Да. Не, ну пока нам только встречаются только хорошие люди. Что вы желаете? Скажите, пожалуйста. И здесь рыбка, форель вяленая. Форель холодная. Правильно, женщина говорит, что по всей стране одни и те же цены. Поэтому мы показываем вам то, что здесь действительно то же самое. Икра нерки 8000 рублей, 1 килограмм, Камчатский край. Вот, рыбка нарезанная. Есть рыба малосоленая. Осетр вяленый. С этой стороны большими буквами написано «Конина». А конина сколько стоит? Ага, 600 рублей и 350 рублей маленькая. Хорошо. Еще колбаса, есть любительская, есть домашняя, есть вот такие стики-палочки, есть хамон, вяленая свинина, суджук, очень красивая, смотрите, великолепная. Суджук говяжий, армянский, суджук баранина. Здесь отказываются, не хотят рассказывать, так что уходим. А здесь перепелиные яйца. Кстати, везде вы заметили, что во всех магазинах перепелиные яйца пропали. Кстати, здесь вот можно приобрести. Сколько стоит? 20 штук стоит 150 рублей. Домашние. Это домашние яйца, да? А сколько домашние стоят? 10 штук 150. 10 штук 150. Двухжелтковые. Сколько стоят? А двухжелтковые сколько, скажите? Я вам сказала. Я не слышу. 150 тоже стоит? Да. Все? Да, спасибо. Можно? А здесь люди более агрессивные. Скажите, Катя, почем домашние себе яйца? Твоя очередь. Катерина не хочет отвечать, так что не будем рассказывать про это. Так, здесь есть вот такие маленькие. Да, мне когда они работают, мы их не будем отвлекать. Курочки. Давайте расскажем те, кто хочет рассказывать. Скажите, сколько вот эти курочки стоят? Курочки такие маленькие, 250. 250 рублей маленькие. Давайте посмотрим здесь, что за мясо. Это говядина? Говядина. Скажите по ценам нам, сколько стоит? Грудиночка ребра стоит 330 рублей. Шея на маленькой косточке 430. Угу. Мякоть по 500 рублей. 430, 500. 450. 450. Так, все, ребра. Ребра, вот они, ребра. А, вот это они, да? А, 330 рублей. Все, хорошо. Вот такое прекрасное, шикарное мясо. Так, а язык сколько стоит? 800? Печень 350 рублей. 75 рублей. Вот шикарные потрошки. Курочка. Так, яйца еще. 370, 350 и 270. А сало сколько стоит? Не говорят. Еще идем, смотрим. Никто не хочет рассказывать. Давайте просто пройдем.
И пойдем мы наверх, наверное, посмотрим туда. Там есть еще вот косточки еще продаются. Ну, в общем, здесь все еще есть вот на холодец. А сколько стоит? Мясо 260. Мясо 260, а ножки? 150 и по 70 маленькие. Также есть здесь магазины вот с такими большими аквариумами. Называется «Рыбная кулинария». И еще готовая есть продукция. И там еще рыбный отдел. Здесь целый отдел со специями, чаем. Вот, стоит все по 50 рублей. Вот такие пакетики. А нет, есть 150 рублей душистый перец, розовый перец, барбарис 80. А все остальное по 50. И вот в таких маленьких баночках есть аджика и сацибели, и ткемали. Вот такой рулетик, это сладкий. Здесь сухофрукты и в пастилу завернуто. 100 рублей стоит. Здесь вот поднимаетесь на лестнице и проходите. Тут вот чай с этой стороны. Вот такие декоративные красивые панно или доски. Не знаю, что это. Украшения панно декоративные от 600 рублей. Маленькие и выше даже до 1000 рублей. Здесь на полочках мыло продается. Тоже красивое. 150 рублей. Заходим внутрь. Здесь нас встречают лечебные травы Кавказа. Вот такие сухоцветы. Адамов корень прямо в корзинке лежит. Козлятник для сердца, для бодрости. Красивые веники из липы, березы и дуба. 250 рублей. Здесь есть эвкалипт. 120. Вот. И здесь пемза есть. По 100 рублей. Вот, пожалуйста. Есть лавровый лист благородный. Букет стоит 100 рублей. Ага. Вот эти по 150 рублей. Здесь там тоже с цельными по 100 и по 50 рублей. 100 и 50 дробленными. Угу, красота. Можно я попробую? И специи есть. Да, только посмотрим. Гранатовый сок 100 рублей стоит. Так, здесь крупная черешня, абрикосы, персики 300 рублей. Черешня называется бычий глаз 400 рублей. Вот, 500 рублей, забыла, как называется. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не помню. А, вот, муршмала из Абхазии сладкая. 350 рублей. Ой, вот она, тютина. Какая шикарная, крупная. И здесь клубничка. Черешня сорт Василиса. 350 рублей. Сорт Наполеон. Черешня 400 рублей. Малинка, клубника Абхазии 450 и тютина. Абрикосы из Армении сладкие 350 рублей. Персики, виноград без косточек, сладкая груша 300 рублей. Нектарин манговый 300 рублей. И здесь приправы пошли. Сушеная. Шелковица там 500 ага. рублей килограмм. 500 рублей килограмм. А малина 400, да? Малина лоток. А, лоток 400 рублей, да. Клубника сорт мармеладка. Такая прям насыщенно бордового цвета. И клубника очень вкусная. А вот здесь есть, кстати... А сколько стакан? Это земляника, да? 700 рублей стакан стоит. А вот этот смородина? 1000 рублей килограмм. Ага. Прям земляника вообще шикарная. Посмотрите. Утром собрали, шикарно. А крыжовник сколько стоит? Крыжовник 500 рублей килограмм и 700 рублей килограмм. 500 и 700. Угу. А ежевика? Вот так 800 рублей лоток. 800 лоток. Угу. Хорошо. Так, сейчас. Вот эта малина крупная, она стоит... Вот это. 1000 рублей. 400 рублей. 200 рублей килограмм, да? Вот такая классная груша, дичка. Так, виноград, шелковица. Она сколько? 500 рублей. 500 рублей. Угу. Так, авокадо. Какие огромные, шикарные. А скажите, авокадо сколько? Штука есть 500 рублей, есть 200 рублей. Угу, 500 и 200 рублей. Великолепные. Здесь огромные арбузы, дыни. Прям нарезанные. Посмотрите, какой красный. Шикарный. Картошка. Морковка, помидоры, перец болгарский. Так, что еще? О, цукини есть, первый раз вижу. Еще кабачки, лук свежий, молодой. Здесь свекла и еще морковь. Мытая, не мытая. Арбузы, значит, стоят 70 рублей килограмм. И картошка молодая 130 рублей. Помидоры 250, 200.
180, а цукини? 200 и 150. Отлично. А лук молодой? Штука 50 рублей. 50 рублей, отлично. Цены хорошие. 20 рублей. Это 20 да. рублей пучки. Это базилик. 50 рублей. 50 рублей фиолетовый, 50 зеленый. Здесь руккола. Руккола 30. 30 рублей. Это розмарин. Тархун. Тархун. 70. Мята. Мята по 35 рублей. По 35 рублей. И есть даже щавель. Редис. Здесь морковь свежая. Очень хорошо. Все свеженькое. А кукуруза сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей, отлично. Здесь также сладости, приправы. Вот, хорошо сеточкой накрыли так. Травы Кубани. С этой стороны также укропчик свежий, лучок. А вот это скажите, что? Лахана. Лахана? Да. А что это такое? Далма. А, далму делают, да? Из таких листиков вместо виноградных, да? Да, вот да, это. Так, это виноград. Сколько она стоит? 50 рублей штука. 50 рублей да. пучок. Есть также вот бурачные листья, шпинат, лук свежий. Что надо есть? Вот, цехмак. А это что делают? Цицмак. Что делают с этим? Салат. Просто как зелень. Руккола вот свежайшая, прямо листиками шикарная. Морковь вот какая прямо свеженькая, видно, что домашняя. И зелень прям насыщенный такой зеленый цвет, хороший. Красивые стаканчики земляники. Скажите, сколько такой стаканчик? 250 рублей. Угу. Хорошо уже. Так, здесь огурчики по 100 рублей, помидоры 200, 150 рублей. 250 наверху. Розовые, красивые, свекла. Зелени очень много, свежая. Есть вот такая кучерявая петрушка. А есть вот этот тимьян, по-моему. Мята, базилик, шпинат. Мята красивая. Сельдерей, тархун, все подписано. Сколько картошка стоит, вот такая молодая? 100 рублей стоит маленькая. А это побольше? Тоже 100 рублей. Хорошо. Эти 250 рублей. Так, смотрим грибы. Помидоры. Я знала, что для кишечника она хорошо. Это народные средства. Очень сладкие. 190 рублей. Это про что вы рассказываете? Про вишню. А, про вишню. А я что-то ее здесь не вижу. Она продается? Так, я один штук добавлю, 200 рублей. Вишня для сосудов, говорят, хорошо. Снимает воспаление, еще сосудистые. И укрепляет стенки сосудов. Угу, спасибо вам большое. Так, домашняя вот такая клубничка 350, крыжовник 180, черешня кубанская. Вот, а вот вишня, шпанка сладкая, 200 рублей. Так, здесь еще зелень лук 50 рублей, 3 штучки. Базилик шикарный, красивый зеленый, щавель, сельдерей. А почем базилик пучок? 50 рублей. Угу. Здесь огурчики свежие по 100 рублей, 150 помидорчики. Это фасоль, да, 150-180 рублей, да, фасоль? Угу. 80 рублей лук, помидоры. Все дают попробовать. Домашняя черешня. Вот такая сладкая. Все, попробуйте. Черешня сладкая местная, домашняя. Здесь вот горошек, фасоль. Фасоль разная, белая, зеленая. Есть брокколи, морковка, яблочки. Здесь продаются еще разные вот пакетики с ромашкой. Каштановый цвет, чайная роза вот такая. Бутончики. Ласточки везде хотят. Вот такой магазинчик. Здесь вот шикарные наборы, элегия. И все расписано, да, для чего? Нефертити. Медовые ароматы Крыма. 1001 ночь. Цветочный, жизненный ритм. Угу. Энергия. Энергия Крыма. Вот такие сборы. Вы можете их заваривать.
Да, обалденно, все ручной работы. Угу, класс. Сколько они стоят? 300 рублей. 300 рублей, шикарно. Здесь на стенке чаи. Вот в пакетиках. Мациста вот наверху. Потом есть вот такой чай. Легенда о Мацисте. Смотрите, супер вкусный. Женщина молодец, понимает, что да. Приедут. Ой, а шикарные вообще. Да. Просто великолепный аромат. Как баловень есть, так. Угу, дагомысский чай, так, шикарно. И сразу можно прямо в горшочках купить и выращивать лавровый лист. Розу смотрели, понюхайте. Ой, какая прелесть, вообще да. Шикарная. Шикарная можно... роза крымская, натуральная. Угу. Натурпродукт. Прелесть вообще. Да. Какой у вас магазин? 2260 Маргарита. Маргарита, 2260. Вот заходите. Давайте. Масло розы, да? И розы есть. И вот эти масла женщины очень любят. Пользуются спросом. Я продаю их очень давно. А. Сейчас вам ручку намажу, они обалдеют. Ой-ой-ой. Вы сами себе понюхаете. Ой, какой класс. Да. А что это? Это виноград. Да, виноград. Мускатель. Прелесть. Очень пахнет. А сколько да. Стоит такой? 1100. Ну, а еще какие масла есть? Вот. Подойдите. А, вот, вот такие. Подойдите. Можно, да? Разрешают. Мускатель, корица, миндаль, каштаны, липа, кофе, шоколад, роза, ирис, лотос, орхидея, органа, клубника, персика. Вот я искала. Так, гранат, красивые волосы, киви, абрикос и морской бриз. Вот. Вот еще визитку покажу. Заходите. Прекрасный продавец, прекрасная хозяйка. И покупайте вот такие вкуснейшие чаи, которые можно пить каждый день и оздоравливаться. И венички еще покажем. Разнотравье, да? Да, разнотравье. Из трав VIP. Собранные вручную, очень красивые. Есть лаванда, вот, пожалуйста, в пакетиках россыпью. И липа, веники великолепные. Все, показали? Спасибо. Вот, купила себе масло виноградное. Абхазские сады. Так, это что такое? Это мед? А, джем. А, джем. Фейхоа, ежевика, мандарин, апельсин, ежевика. Это чай. Это чай. Ага. Как называется? Сагандаля. Сагандаля? А что он делает? Бодрящий чай. Бодрящий, бодрит. Хорошо. А, хорошо. Так, витаминный чай горный. Так, вот ромашка, мята, мелисса. Здесь, по-моему, даже называется кальраби. Вот такая капуста. Белый лук. Вот тут тоже красивые вот такие ряды. Так, есть орешки. 800 рублей. Земляничка, маршмала. Вот такая еще груша. Груша, да, тоже 250 рублей. На 200 рублей. Никита сидит на месте. Идем дальше. Вот здесь вот, вот Жужуна Давидовна. Специи домашние чушхела. Вот мы покупаем. Вот здесь шикарная, вкусная. Орешками Никиту угостили. Спасибо большое. Вот. Есть и черный перец, и мускатный орех. Все самое свежайшее и самое вкуснейшее. Здесь цены есть. Расскажу. Курага, изюм. Красивый, с хвостиками. Урюк, курага. Нельзя снимать. Хорошо. Так, вот здесь есть урюк, горная курага, финики, инжир, нут, маш. Ну и все, вот так вот покажем вам быстро, как здесь красиво. Ароматы просто нереальные. Очень вкусно пахнет для баранины, для овощных блюд, для салатов. Здесь еще красивые фужеры, бокалы. Поднимаемся наверх. Так, сейчас немножечко пройдемся. Вот здесь рюкзаки. Постельное белье и домой поедем уже. Люкс ярмарка. Здесь вот такой магазин. Все есть для плавания. И Интекс есть. 120 рублей даже очки. Зонтики. Здесь одежда по 250 рублей. Здесь распродажа. В общем, всего много. Вот салфетки из микрофибры. Что-то еще интересное. Все для кухни. Так. Вот, может, кому-то нужно что-то. Мешалки, мусаты, кофты. Так, вот здесь большие доски, мопы. И вчера снимала в светофоре. Там вот такие вот штуки на ногу крутящиеся.
стоили 250 рублей. А здесь, на центральном рынке, они стоят 180. Еще дешевле. Мячики. Вот такие платья изготовлены в Индии. По-моему, это даже вискоза. 720 рублей. И вот такие расклешенные тоже. 720 рублей. Очень тонкий материал, приятный. Вот такие классные сарафаны. Сверху одевать на купальник. Шикарные тоже. 720 рублей. Вот такие еще есть. Ой, упала. Сейчас подниму. Тоже сарафанчики. Есть беленькие. Вот такой, по-моему, даже как льняной. Стоит 1440. Хороший большой магазинчик. Мы тут прошлись. Сейчас куплю себе вот такой чемодан. То у нас не помещаются вещи обратно. Все, мы покидаем территорию центрального рынка. Нам все понравилось. Мы даже купили кое-что себе. Вот здесь я купила вот такое массажное масло Muscatel. Очень мне понравился аромат. И несколько чурчит, как она называется? Шишхела? Да, несколько штучек все-таки нам продали. Удалось продать. Вот, посмотрели цветы. Очень приятные люди. Некоторые, конечно, отказывались снимать, но в основном все были только за. Надеюсь, вам видео понравилось, было полезным, так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!